Здравствуйте, да пребудет с вами Аллах. Меня зовут Нигин Авшар, мне 16 лет и уже год я езжу на мотоцикле. Мои родители, особенно моя мама, подбадривают и поддерживают меня. Я занимаюсь этим спортом, потому что он увлекательный. Перед тем, как заняться мотокроссом, я почти 3 года была капитаном афганской сборной по легкой атлетике. Завоевала 3 медали в Дубае. Но там же я увидела мужские мотогонки и решила развивать этот спорт в Афганистане. Моя цель – вдохновить наших девушек на это занятие и на то, чтобы они занимались любимыми делами. Я не могу сказать, что вообще не переживаю из-за этого. Разумеется, существует неопределенность. Но у нас есть и другие вызовы. Например, не всем в Афганистане комфортно от мысли, что в стране развивается женский мотокросс. Кто-то нас поддерживает, кто-то осуждает. Но мы с моим мужем хотим, чтобы Нигин добилась максимума.